Друзья, всем привет! В этом игровом ролике я оставил вам эксклюзивное задание. Если ты будешь смотреть видео от начала до конца, ты обязательно найдешь его. И если ты напишешь правильный ответ в комментариях под роликом, твое имя я назову в начале следующего ролика. А также добавлю в друзья ВК, если ты оставишь свою ссылку на страницу. Удачи тебе и успехов! Приятного просмотра! Друзья, всем привет! А победитель прошлого ролика Артем Смелянец отгадал правильное видео, которое называется «Мы становимся сильнее», отдали фотоаппарат «История». Кстати, именно с этой части началась наша переломная жизнь, о которой вы скоро узнаете. Артем, ты красавчик, продолжаем дальше. Слышь, да это нереально выжить, это даже не пятиэтажка, это 9- или 10-этажка. Мы просто на машину прыгнули, вот и все. Слушай, дай-ка я натуре тоже попробую. У меня ХП полное. Только ХП полное, да, себе сделай? Да, на тачку, нет! Ебали, лети, сори нахуй. На ПК. Слышь? Да, я откинулся. Можете, пожалуйста, Юрию сообщить, чтобы он... Чуть-чуть, прям рядом с тачкой был. Скажи, что он ждал меня на красный чарик. Короче, Дим, спроси у пацанов, где на Рублевке находится их хата. Я сейчас полечу и всех туда тыкну. Читаю чат слева, нахуй. Ебал человека напротив. Нормально. Это они написали сами. Ладно, давай я пока своих бродяг буду тэпать. 64-й тэпай. 34-й. Большая базара ноль. Че, у кого какие один? Заново. Слышь, я, конечно, в шоке с фамилией у Юрца, это просто трэш. Это же вслух не буду говорить. Ой, я только сейчас увидел. Это просто пиздец. Че, хорош заигрывать, погнали, пацаны. О, пес сдох. Не-не, у меня не сдох. У меня стоит ровненько. Вот пёс, сейчас нормально. У меня тоже начал. Охрана. А у тебя сколько сантиметров, Дань? Тихо-тихо, ты к псу не подходи, ты сейчас умрешь. Он тебя же грызет. Пес большой, па. У нас сейчас Даня откинется, нахуй. Парни, я нихуя знаю, не, у меня четко все, у меня фул ХП, я, блядь, двигаюсь так нормально. У кого у меня там нахуй стоит, я не могу понять. На башке коробка, блядь, захасал, нахуй, двигаюсь, блядь, тоже. Нормально. Мне кажется, нам так, в таком виде сейчас пизды тут дадут, вот, в этих дорогих домах, нахуй. Не-не-не, у меня прикид нормальный. Юра тут самый подстриженный. Прикид нормальный. Ну, выглядишь огонь нормально. 161-й, иди тэпайся, я у них на базе. Капец, тут ники у некоторых по три этих самых, по три имени. Усана, Бен Ладен. Забивные. Слышишь, Паш, 161-й, иди тэпайся ко мне, я на базе. Так, ну чё, пацаны, да, оцениваем, значит, понял вашу обстановочку здесь. Ну нормально, чё, гелик, Брабус, четко, желечка. А Hyundai чё, на, чисто на этот, на разогревчик? Нифига номера. Тут две номера. На каждой машине. Сейчас, смотрю. Паша, подойди ко мне, Паша. Сейчас, подойди, брат, секунду. О, нормально. Вот. Прикольно. Так, чё, пацаны, короче, разве этот... суетитесь здесь. Я пока до банка сгоняю. Так, а на чем мы едем? Нихуя тут малышки подъехали, блядь. Да я вообще в шоке, я теряюсь, если честно, я ничего не вижу. По квестам уже, Павел, садитесь, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, М5. Паша, можете, пожалуйста, ко мне. Это F10. Паша. Тишечка, лай, мама. Все, полетели. 223-й вот молодой человек подъехал. Слышь, первый раз, кстати, вижу такую раскраску на пятерке. Слышишь, Дим? Да. А арестовая М5 здесь есть? Да. Ну, не считая КС. Чисто пацаны у вас под якудзу все. Тачки красные, ники. Банда. У нас банда просто опасная. Видел я одного опасного в Инстаграме. Да, кстати, что-то потерялся куда-то, согласен. Я сейчас, пацаны, знаете, на кого я сейчас подсел? На Викторовича, короче, на... И еще один есть Викторович. Типы вообще разносят по приколу. И работаю заводку на обед, блядь. Что-то тут не дешево, слышь. Паш, подойди еще ко мне, я тебе подгончик. Чисто побрать. Сейчас, Кенза, давай.
А, пацан, все увидел, увидел. Баланс счета 0 рублей, парни, без бабок вообще. Сейчас все, пацаны, короче, меня тут одежду подогнали. У тебя пехота должна быть. Нифига себе, слышь, крутой скин. Офигеть, пацаны, спасибо огромное от души. Паш, ты старика того не скидывай скин, если что, мне отдай. А я выкинул, кстати, вообще все. Серьезно? Да, да, сейчас намутим, ты что, у меня лям на кармане. Вообще пофиг. Че, погнали под пацаки? Ребят, если что, я максимально плохо слышу, потому что у меня дискорд разрывается, у пацанов там еще чат разрывается, и вы еще плюс. Если что, пишите, пацаны, ладно? Пишите, пацаны, в чат, я буду, если что, передавать. Передаю привет Лене и Кириллу, Максу, Арсену. Передаю привет всей банде Фальконе. Это не конкуренты, ничего. Так, ребят, всем привет, всем, кто привет, кто залетел. Смотрю, подтягивайте потихонечку. Всем здоровенько. Играем к РМП, как и обещал. Играем со всеми, со всей команды. Спасибо, добро пожаловать. Спасибо, Паш. Ой, парень, это кто-то сделал реально штуку. А где все? Уже посолиднее, да? Да стоим пока здесь. Надо к челику. Сейчас, пацаны, ну, короче, пацаны меня хотят, я так понимаю, бабок накинуть на банк. Я хочу посмотреть счет. Список моих счетов. Пашка. Да не, слушай, а ты промокод уже активировал? Нет, 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 нет. Блин. 192-542. О! Залетело так! Спасибо, спасибо, спасибо большое. Это... 5, 6. Просто, большое, пацаны, большое. Лям 100, считай, закинули. Снимите... Так, Вить, Вить, что мне надо нажать там? Кац, да, ребят, от души, ну не стоило так много на самом деле. У меня на руках, открою вам секрет, с сберкнижки снял бонусовских, лям 800, есть на кармане. Красиво, красиво. Ну на общак, пацаны, на общак, не это самое, ну не против. Так что спасибочки, благодарочки, чё. Павел, проедьте, пожалуйста, еще с нами. Так, да, да, конечно, поехали. Ничего себе, вот такой теплый Вить, прием, поехали. Пацаны. Вить, пойдем. За такой босяцкий приемчик, да, блин, ну, конечно, я долго отрабатывать буду. Уже представляю. Вы получили 70 тысяч рублей после 7 часов. Вы получите 70 тысяч рублей после 7 часов на игре на сервере. Огонечек. Да, промкод PL вбиваешь и 70 тысяч. Да, 70 тысяч промокод PL, парни. Лаби вообще. Вот татуированный весь. Че, может растепнуть куда-то? Мы сейчас пока что движение наводим дальше. Я не знаю, куда едем. Мы сейчас попросили лицензера. А, кстати, что по лицензеру? Его депнуть вам или что? Не-не, надо. Не надо, сейчас он подъедет. На заправку в Рублевке. Это бежим тут рядом. Опять у меня вылетело, ядрить его. А теперь, друзья, внимание! Перед вами скриншот из видео. Ваша задача написать в комментариях под этим роликом правильный ответ, из какой части данный скриншот. Напишите название данной серии и оставьте ссылку на свою страницу в комментариях, чтобы я мог добавить победителя в ВК. Победитель определяется следующим образом. Кто больше оставит комментарий с правильным ответом под этим видео, у того и будет больше шанс выиграть. Победителя будем выбирать рандомным образом через специальный сайт. Так что чем больше ваших комментариев, тем больше шансов на победу. Всем удачи! Победителя я назову в начале следующего видео и добавлю в ВК свои друзья. Салам алейкум, Армейки, давай где? Стой. Я вырубил вертушку. Ты слышал, да? Добавишь в детство? Арменчик. Да ё-моё! Я только права хотел получить. А, он его тэпнул? Да. Ёбаный на... Вить, скажи ID свой. 64-й. 64-му тэпайся сам и меня тэпни. 161-й. Пацаны, копеечка нужна. Реально, реально, парни, копеюшечку мне докиньте по-братски. Реально, нужна. Реально, на ход левой ноги. Копеюшечку мне докиньте по-братски, реально. На ход левой ноги. Типа клянчат. Нажмите для согласия.
Давай накину тебе, Дань. Дайте денег. Дайте денег. Паша, привет. Три года, блин. Так, Даня, Витя. Смотрите, нужно сначала загасить же штраф. Так у меня 50 рублей всего. Можно ручку? Штраф надо загасить. А сколько права стоит? 10 тысяч. Наконец-таки я подтвердил. У меня 500 рублей. Я тебе сейчас дам. Я 3 года искал. Так, государственная стоимость 610 тысяч в IT. Да, брат, да не надо было меня искать, я на 4-м всегда зависаю. Или ты с 4-го пришел? Братишка. Так. У Дани. Я, получается, 138-й. Сколько у Дани? Да. 138-й? 200 рублей хватит? Две сотки. Бля, 200 есть надо. У меня, брат. А это что там? Это я скинул, да, ты скинул? На Рэдбул еще ходит. А ладно, 4 дам, потом отдашь. От души родименький мой. Кому еще? Да, кому еще? Прикинь, пожалуйста, в БК, пожалуйста. Потому что открой инвентарь, я один скинул. А, понял, что. Исмаил, по-братски, можешь продлить на водительские права? Смотри. Исмаил. Извини, что беспокою. Паша, привет, пожалуйста, взял. О, так, есть, все, ништяк, я с правами, пацаны. Все, я с правами, ништяк. Че, погнали, пацаны, пойдем, поехали к нашим, забуримся. Хотят еще что-то показать. Исмаил, мне, пожалуйста. Пацаны, погнали за нами, если что, не можете нас найти на стримчике у Арменчика, да, можете прочекать, где мы. Что есть у меня стрим? 8700 есть. Что, кому? Да. Кому добавить? Кому денег добавить? А сейчас тебе Измаил. Сейчас счет на нет, нажмешь. На Борзову слетать не надо, или что мне надо сделать? Занести на Борзова, а забрать здесь. О, смотри номер на гелике. О, 36, ах, 39. Просто сходу. Номер топ, пацаны, вообще хорош. Спасибо, Измаил, все четко получил. Ребят, если что, я вас не слышу в голосовом, не обессудьте, потому что очень много звуков всяких разных непонятных. Лучше в чате пишите. Пацаны, я если что, со своей банды сейчас двигаюсь. Следите за стримом по-братски. Даже такая халупа. Не, ну, зато свое же жилье, да, у тебя, ты не арендовываешь, как ты мне сказал, да? Чтобы ты понимал, аренда жилья в таком доме стоит, ну, как трешка, вот как у меня вот такая вот квартира. У тебя сколько комнат? По факту, как у нас считается, это 4 комнаты. Такая квартира стоит, ну, 100 с копейками тысяч будет стоить, аренда, прикинь. 100 рублей? Тысяч рублей, да. Офигеть. Отходи. Бесполезно.